Два часа кропотливой работы, присутствие ведущего мирового специалиста, взволнованный шепот хирургов и максимальная сосредоточенность. Каждое движение важно, на кону жизнь. В университетской клинике состоялась уникальная операция на сердце. Она не такая, какую ее принято знать. Здесь нет сложных хирургических вмешательств, при которых порой приходится открывать полости сердца для устранения имеющихся пороков. Более того, врачи университетской клиники могли наблюдать за ходом операции в режиме реального времени, получая мастер-класс практически напрямую с операционного стола. Изучаем возможности внедрения в свою практику иных методов, малоинвазивных, когда мы внутрь сосуда заходим особыми инструментами, открываем их просвет и устанавливаем туда специальные пружины в виде стентов. Состоявшийся в университетской клинике мастер-класс можно смело назвать выдающимся. Провел его приглашенный специалист из Японии, профессор Акада Хисаюки. Он обладает уникальным умением, которым успешно поделился сотрудниками университетской клиники. Я работаю с пациентами с хроническими тотальными окклюзиями. Лечение данной болезни имеет свои сложности, ведь сосуды сердца затвердевают или закупориваются. Задача заключается в том, чтобы проникнуть в них специальными устройствами, которые мы называем проводниками. Хоть и усомниться в качестве прошедшей операции практически невозможно, все-таки только от одной мысли о ней мурашки бегут по коже. Но не у Марата Халиуллина, который поделился с нами комментарием в первые секунды после пережитого. Медицина достигла таких совершенств, что ты лежишь, как будто аппендицит делает настолько легко, а у тебя в сердце ковыряет. Операция прошла успешно, и теперь можно смело предположить, что она наверняка станет прорывом в лечении заболеваний сердца у большой группы пациентов и позволит прийти к тому, что пациенты будут жить дольше. Мы готовы уже к таким сложным мероприятиям по восстановлению давно закрытого сосуда. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.